Размыкатель цепи. Данный инструмент будет очень полезен, если у вас установлена цепь с замком и во время путешествия с ней что-то случилось. Необходимо снять цепь с трансмиссии. Для этого вставляем инструмент в звенья и сжимаем. Замок открывается, и вы можете легко снять цепь. Но еще более полезное применение данного инструмента — это если у вас задний переключатель без фиксатора положения. То когда вы ставите цепь, вы вставляете инструмент в звенья, сжимаете и фиксируете держатель. Тем самым цепь остается в натяжении, пока вы ставите замок цепи. Далее вы снимаете фиксатор и немного сжимаете инструмент, пока второй рукой соединяете замок. После этого отжимаете инструмент, и замок цепи фиксируется.